Деньги сейчас больная тема. Она всегда больная была тема. И сколько я себя помню, все время меня спрашивают, а вот как относиться к деньгам, как вот правильно, значит, относиться к жизни, роли мест денег в жизни, там и так далее. Когда возникает турбуленция и такая непонятная, кризис, не кризис, что дальше будет происходить, будет доллар расти, будет евро падать, что будет происходить и так далее. И вот деньги становятся для многих людей таким, как бы сказать, фантомом внутри башки. И вот, и они вокруг этого фантома начинают танцевать какие-то танцы, переживать, мучаться, страдать, то ли я сделал, покупать, не покупать, где найти, получить дополнительную работу, не получить, не 50. И начинается невроз денежный. Значит, что нужно понять? Вообще деньги приходят к нам, когда мы полезны другим людям. Поэтому, если ситуация стала какой-то сложно сочиненной, первый вопрос – это чем я могу быть полезен на работе, там, в новых каких-то проектах там, или еще что-то. И все время понимать, что вы производите пользу для своих работодателей, там, я не знаю, коллег, клиентов там, и так далее. И если вы сосредоточитесь на пользе и качестве вот этой предоставляемой пользы, не будет вопросов с деньгами. Деньги придут после этого. Так говорил Анасис, а он все-таки человек был богатый, на Каллас был женатый и еще был потом на Кеннеди Джаклин. Дядька знал толк дела, понимаете? Поэтому слушайте, не гоните за деньгами, пусть они идут, бегут за вами.